Ну что, друзья, мы не смогли удержаться от соблазна, учитывая, что оно совсем было близко. И все-таки мы решили это сделать. Смотрите указатель. Сейчас вы поймете, зачем мы приехали вот в этот славненький город. Я, правда, не помню, как он называется. Вот стоит столбик посредине дороги, на котором написано «Сверадж», Швеция. Все, мы пересекли границу, сейчас мы находимся в Швеции. Так что наше путешествие не ограничилось Эстонией и Финляндией. Все-таки мы доехали еще и до Швеции. Сразу нас встречает Икея. Ну что еще можно сказать? Ну, в общем, крутяк. Сейчас мы остановимся, перекурим это дело. Сразу на приграничной зоне мы увидели магазин Икеи. Вот она, вывеска. Ну, решили заехать в настоящую Икею. Вот машины здесь уже с другими номерами. Теперь буковка S, что символизирует Швецию. И на их фоне наш 197 РУС с флагом Финляндии. Но у нас есть новая наклейка, прикольная. Мы ее попозже наклеим, наверное, уже в Москве. Может быть, и не в Москве. Ну, в общем, пойдем мы гулять по шведской Икее.